Мои дорогие друзья, я с огромным трепетом прилетаю в родную Беларусь. Для меня это очень важно. Для меня это мои истоки, моя земля, там, где я научилась петь, там, где я встретила своего учителя Ярослава Антоновича Ващука, который из молодого птенчика, окончившего консерваторию, сделал певицу. Я ему страшно благодарна за все его, пожалуй, иногда суровые уроки. Но это было самое важное в моей жизни. И я с огромной благодарностью возвращаюсь на эту землю. И я хочу спеть такой концерт, чтобы высказать всю свою любовь и благодарность стране, людям и памяти моего великого учителя.